Пару слов об игре. Это ФК Веледа, я Дмитрий Черный, капитан команды. Мы сегодня победили, дальше я замолкаю. Говорит президент, директор команды, она представляет, это наша Олечка. Да. Она сейчас я вообще не президент, я вообще директор просто. Вот, ну, очень рады, что победили. Была сложная, конечно, игра, но вообще сложно было после перерыва играть. Тем более после прошлого матча, когда проиграли. В общем, ну, что могу сказать, ребята молодцы, а дальше будем разбирать. Спасибо. Спасибо вам.